Начали? Привет, у меня сегодня сокол тысячелетия, и это самый большой набор из наборов лета 2018. Ну, серии Хана Соло, да? Серии Звездных войн. Да, Хан Соло. Ну, правильно, он называется сокол тысячелетия на дуге Кессела. Да. То есть, смотрите, ребят, вот если буквально читать Kessel Run Millennium Falcon, набор 75212, и мы собираем сегодня его.
ребят, я собрал вот этот вот белый сокол новый и вот этот вот старый взял. Ну, сравнить, точно, кто лучше. Смотри, вот этот новый белый сокол, он, конечно, очень яркий такой. И неожиданно оказался еще с капсулы воскресенья, которую мы так, собственно говоря, и не видели. Да, Тимка? А вот этот какой-то серый, невзрачный. Ну, когда-то он казался невероятно крутым. Когда-то он казался нам суперским просто. Ну, вот ты как считаешь? Зря они его в белый цвет покрасили и сделали его как у Винка? Мне кажется, не зря. Не зря, да? Нет. Ну, потому что он, мне кажется, стал похож на какие-то другие наборы. Помнишь, вот этот набор тоже был? Да. Призрак тоже белый, да? Или у Винк у нас тоже был белый. Ну что, посмотрим, что же все-таки получилось в этом новом соколе. Сейчас я вам покажу спасательную карту. Давай, конечно, показывай. Вот такая вот она цепляется, и вот у нее раз, два, три, четыре, класс, пять, шесть. Сопел. Тут ага. Пять, а там по звуков еще два. А еще два. Ребят, смотрите, как она выглядит. Интересно. Да. Ее сюда можно как-нибудь пристыковать? Нет. Нельзя? Другая, да? Да. Итак, еще мы можем вот это вот открыть. Угу. Так. А там вот так вот все выглядит. Ну, давайте посмотрим пульт управления. Да, вот он такой. Да. Красивый. Так. Вот он спереди. Угу. Ну и показывай, как он стыкуется. Вот так вот. Не сломай. Может и все? Нет, тоже ничего. Ну давайте смотреть, ребят. Мы сами-то первый раз. Да? Угу. Ну тоже поднатореем, тоже будем сильнее разбираться. И я расскажу вам об нем все, что я знаю. Итак, вот открываются вот эти вот детали. Открываются. Ну и вот эта вот деталь тоже открывается. Вот так вот. Внутри мы видим команду. Да. Кира. Да, вот такая вот команда. Чубака. Да. Castle Operation Droid. Вот он тут красный. На кухне готовит нам, видать, что-нибудь попить чаю. Угу. Дроид Диди-Биди. Там вот стоишь. Вот он такой вот. Да, и причем тут вот поставлены два снаряда. Ага. Это снаряды, которые стоят рядом. Запасные, да, такие? Угу. Да, и так вот он похож на серый сокол. Так вот пушка открывается. И вот он выскакивает. Вот такая вот деталька. Угу. Там вот сидит человечек. Можно туда двух человечков посадить. Угу. Закрыть вот этими деталями, поставить туда. И они там будут сидеть и стрелять пушками. Угу. Хорошо. Пушка снизу, пушка сверху. И с ними стрелять будут. Ага. Вот эти части, они теперь получаются у нас несъемные. Вот это отличие от старого сокола, да? Угу. Еще тут вот есть такие вот коробки. Тут вот вода. Я настаиваю, что это Галлакорн. Галлакорн и другие. Хорошо. Что им воду-то в ящиках хранить? Что, они совсем что ли? А вот это вот бинокль. Хорошо. Так.
Теперь я покажу ребятам вот это сопло ионное, да? Ионное как бы двигатель. Да. Yeah. Вот. Тут тоже сбоку немножко по-другому все сделано. Еще тут есть спальная комната. Угу, сразу же такой вот бар. Которая мне очень понравилась, это спальная комната. Я считаю, она просто круто сделана. Да, спальная комната и бар. Да. И вот этот, про которую ионный двигатель, про который говорит Кимка, вот питается вот таким вот сооружением. Не знаю, что это такое, но вот вы нам напишите, что это за сооружение, потому что мы с Тимкой не знаем, да, Тимка? Угу. Какие-то тут вот шестерни. Да. И еще вот тут вот есть выход. Я закрою его всего. Давай. Поставлю вот это вот. Вот это вот. Он вот спереди. Какой красавец. Вот это вот сбоку. Не знаю, мне нравится, красиво. Вот это вот сзади. Ребят, смотрите, какая красота. Мы сейчас тут книгу тоже покажем ему еще. Вот сверху. Ага. Круть. Класс. А вот снизу. Ну, в общем, теперь все. Сокол готов, все готово. Все готово. Ну что, твое впечатление? Отлично. Отлично. Ну что-то ты как-то грустновато это сказал. Устал что ли, да? Ну да. Собирать такой корабль надо. Ясно. Ну, в общем, он отличный. Собирать его можно. Еще раз пробежимся по героям. Итак, Кира. Хан Соло. Чубака. Чубака. Лэнда. Карлисиан. Хуэй Толсай. Кэссел Оперейшн Дроид. И Диди Биди. У нас Хан Соло. И вот он такой вот классный, потому что он такой новый. Он новый, да, совершенно? Совершенно новый Хан Соло. У него волосы такие другие. И еще другое. Ну, мне кажется, он тут моложе, да, выглядит, такой молодой парень. И вот такая вот его кожаная курточка. Ноги не разрисованы, простые, да? Ну, Нет, это не разрисованы. Разрисованы? Да, у них там лямки какие-то. Про что говорит Тимка. Ну, наверное, это ремни какие-нибудь, я так думаю. Пояс, ремень какой-то, что-то типа этого, да? И вот такой вот герой. Ну что, давайте с ним познакомимся поближе. Ну, вот голова-то у него, конечно, механическая. Вот с этой стороны-то видно ее хорошо. Да. Очень даже хорошо видно. Он, может, мне кажется, похож на C-3PO. Да? Да, ну, так немножечко похож. Внутри видно, что у него внутри тела тоже какие-то там провода. Вот такое туловище. Вот такая у него странная голова. На ней что-то нарисовано, да, Тимок? Какая-то штуковина. Да, я собрал дроида. Диди-биди? Да, Диди-биди. Диди-биди. У него какое-то смешное имя. Диди-биди. Он такой вот дроид. Пи-пи-пи цыплёк. Ну, расскажи нам про него что-нибудь. Что он из себя представляет, этот дроид? Ноги из арт-робота, из Nexon. Тело такое необычное. Ага. Голова тоже.
Чубака готов, и у него новое тело. У Чубаки новое тело? Да. Подожди, так а что, точно такое же, как и было вроде? Вот такая вот, ну вот, такие вот, это, ну, ремни. Это патронтаж такой, да, как да. бы, условно и говоря? Да, и еще это, карман. Вот такой вот он, лохматый весь. Ну ясно. А снимешь как бы верхнюю часть, посмотрим, как он выглядит. Угу. Ну просто такая фигурка и все, да? Угу. Коричневая. Вот такая коричневая фигурка. И вторая часть, она сама по себе, да, существует? Да, то есть тут в Чубаке три детали, если не считать пистолета. Это Толсайт. И он такой злой, жадный. В общем, его ничего не волнует, кроме денег. Смотри, у него какие-то трубки, да? Это что да. такое, для чего это? Это такие дыхательные трубки, с помощью которых он дышит на кесталет. Он не может дышать так обычным воздухом на кесталет. У него... Но он не человек, он пайк, да, такой получается? Да, пайк. Угу. Ясно. И что он как бы хотел продать Тобиус Беккету, как бы вот этот Кахси, да, что ли, который, за которым они прилетели, да? Да. Злой. Кира убила, я понимаю. Да, его убила Кира. Но, правда, он сильно был такой внушающий. Что, переходим к Лэнда Карлисиону. Итак, я сначала хочу показать его плащ. Он не разделительный, он просто такой... На ощупь он такой... Шершавый. Какой-то шершавый, да. Типа даже чем-то на наждачную бумагу похож. Вот его само тело с пистолетом. Так. Ну, это старый известный герой. Друг Хана Соло, насколько я понимаю, или не друг, как они и там? И друг, и предатель. И предатель, да. И друг, и предатель. Так, такие вот сразу он. Сразу с два в одну. Да, такая красивая у него одежда. Яркие такие желтые цвета. Лэнда Карлисиан. Вот такой он с плащом. Так, вот он такой похож на некоторых. На контрабандиста. Он какой-то не контрабандистный. Он какой-то слишком какой-то элегантный. Mm-hmm. Ну, по виду он такой. И плащ у него такой, видите, ребят, стильный получился, да? Да. Ну, нормально. Итак, теперь мы будем смотреть Киру. Кира – это женщина. Она выросла на улицах вместе с Ханом Соло. Они с Карелии, да? Да. То есть они вместе как бы с детства росли. Но потом как-то, я помню, они расстались, да, и потом уже встретились только уже в взрослом возрасте. Но она как бы преступница, я вот немножко не понимаю, или все-таки она не преступница? Не знаю. Ну, Кира, это же, получается, главная героиня фильма Хана Соло, да, я правильно понимаю? Ну, не очень. Не очень, а кто она? Ну, так. Ну, его подружка. Подружка, да, его? Угу. Тут мини-фигурка такая вот с маленьким бластером и как всегда, только тело другое. Каштановые волосы у нее были, голубые глаза, светлая кожа. Ну, то есть она такая, она человек и такая как бы красавица, я бы сказал, да, Тимка? Ну, у тебя, я знаю, что есть две Киры, да, получается? Да. Вторая из какого набора? Из имперского АТ Хаулера. То есть из имперского АТ Хаулера вторая, а первая получается из это самое из высокого тысячелетия. Да. Ну они похожи всеми и лицом и как бы волосами, да, только у них получается, что как бы тело немножко различается. Угу.
Расскажем немножко про коробку еще, да? И в инструкции последние две странички посмотрим, как обычно. Инструкция у нас будет классной. Угу. Итак, вот. Итак, вот так вот все тут поставили. Угу. Тут вот чувак с ханусом, вот тут вот. Кира. Тут вот человечки. Угу. Там вот они все подписаны, из какого они набора. Здорово. Так, а здесь да, как бы сами... Да. Итак, сокол сражается против истребителя СИД. Угу. Вот такая вот коробка. Тут вот они все разгрузились. Угу. Итак, вот тут вот показывают задний вид сокола. Вот тут вот показывают, что вот эта вот нижняя пушка может крутиться. Вижу, да. Тут вот показывают, что можно стрелять. Угу. Тут вот, что опускается вот эта вот деталька, что это закрывается и крутится. Сейчас, тоже подожди, верхняя секунду, пушка. Секунду, покажи ребятам, что это капсула, ну или как это называется, опускается туда оружейная пушка, или как это правильно назвать, да? Да. Опускается оттуда, не будет огонь. Ясно. Итак, вот тут вот показывает, что вот этот открывается. Люк, да, люк. Открывается, и через него тут можно тут зайти в гараж. Отстыковывается. Да. А тут вот показывает, что кабинка. Кабина снимается вот так вот, видите, да? Все так и есть. Кабина вечно отпадает, поэтому у нас в старом соколе она где-то затерялась. Набор 75212. Серия «Звездных войн», лето 2018 года. Спасибо, Тимка, за рассказ. Пожалуйста. Что, ребятам-то как бы стоит покупать его? Ну да, он такой классный. Ты найдешь место на полочке? Да, найду. Давай, составляй полочку «Звездных войн», и потом ребятам покажем, что у нас получилось. Mm-hmm. Да? Всем пока. Пока, ребят. Пока. К фильму не смотрели? Да, он 24-го выйдет, а он говорят, что он уже вышел. Вот он. Концова. Смотрите, с 24 мая. А сегодня какое, Тимка? Сегодня 20-е. 21-е сегодня. Сегодня 21 мая.